все, привет-привет, я к вам возвращаюсь. Включила тут другой этот порт Wi-Fi. Сижу в кафешке, пью чаечек. Вот сейчас разыграю вам быстренько вафельницы. Ну, а пока кто присоединяетесь, можете написать, кто откуда, где собираетесь, так скажем, на праздники. Кто, может, куда уехал, где-то еще как-то. Привет-привет-привет-привет-привет. Всем привет-привет. Вот. Обязательно-обязательно смотрите мой тортик, который в ленте, я его вчера вечером выложила. Что-то как-то там грустно или что, не понравился, или что, пишите. Я очень старалась, но очень-очень вкусный. Реально, там всего на 130 калорий в кусочке готовить. Ну, не скажу, что прям мега быстро, но, в принципе, несложно. Воронеж, привет, привет. Все, давайте да так. Мы после работы в деревню, народ. Я буду здесь, в городе. Я никуда не пойду. Курск, привет. Екатеринбург, всем-всем-всем привет. Всем-всем-всем привет. Я, да, очень хотела куда-нибудь. Рецепт ждете, да, классно. Обязательно распишу, я уже повторялась, что он очень просто длинный. Его расписывать долго. Я же еще обязательно потом просчитываю калорийность. Между прочим, на своем сайте ignitinskaya.com у меня там есть этот вот уникальный мой калькулятор, который мы создали для того, чтобы КБЖУ все любых рецептов рассчитывать. Вот туда просто надо все ввести. Время на это надо потратить. А у меня сейчас еще тут есть дела. Поэтому я сейчас быстренько слопаю омлетик. Я уже говорила, выпью чаечек. Разыграю вам сейчас вафельницы. Все обязательно сохраню. В прямом эфире Новосибирск, привет. Совсем недалеко, Приморский край, Ялта. Ялта, у вас, наверное, там очень тепло. Вот, и все. И уже побегу по делам, а рецептик попозже сегодня, наверное, выложу. Все, давайте, мои хорошие, тут вопросы вы никакие не пишете. Ждете рецептик, все будет. Давайте рубим. То есть я отключусь пока от этого от зарядки. Надеюсь, что он у меня продержится. Вафельницу буду разыгрывать две, потому что было очень много желающих. Ну, на вафельнице всегда такой ажиотаж, они у меня крутые. Вчера в сторис показывала, как мы с сынули их купили для вас. Барнаул, привет, привет! Как мотивировать себя? Так, я сейчас давайте разыграю первую вафельницу, в двух словах расскажу. А волосы нет, не крашу свои. Тонирую чуть-чуть. Ой, все, посыпались вопросы, а я уже решила разыграть. Сейчас, подождите, давайте первую вафельницу разыграем и поотвечаем на вопросы. Цвет волос, краска, пены безмячные, тон, не скажу, мастер сама подбирает. Все ждут розыгрыша, вот и нет вопросов. Да, вам неинтересно, да, со мной пообщаться? Розыгрыш интересен, да? Ну ладно, я понимаю, конечно, всем хочется вафельницы. Сейчас разыграем. Так. Очень много было комментариев, поэтому будем тыкать и мыкать долго. Чем тонируешь? Кёне, красочка такая. Тон не подскажу. Так, вот, смотрите. Розыгрыш мой. Давайте первую вафельницу разыграть. Поехали. Буду листать долго, чтобы сильно-сильно... Потом не огорчались. Интересно, да? Ну вот кому-то значит интересно. Я все-таки не только вафельницы. Розыгрышные. Сейчас поговорим немножко. Сейчас разыграю и там 5 минуточек поговорим. Поздравляю. Слетела. Иришка Антоновна была. Сейчас я ее еще раз найду. Эфир сохраню. И победительница скрин обязательно в сторис выложу. Поздравляю. Вторую сейчас тоже найду, только придется мне опять заново кучу комментариев сейчас загрузить. Я сейчас подружку попрошу, чтобы она мне тут, потому что очень долго их надо будет загружать, чтобы она мне их позагружала. Я пока секундочку с вами поболтаю. Вот. Вы где-то отдыхаете? Нет, я пришла на тренировки ЕМС, а тут сейчас кафе. Пришла съесть омлетик, выпить чая. Я уже показывала, могу еще раз показать. Наша набережная. Никого нету? Никого еще нету на набережной, дождливо. А завтра тут на 9 мая будет, конечно, толпа народу. Тут практически вечный огонь, тут в двух шагах.
Вот. Так я нигде не отдыхаю. Спасибо за улыбку, что красиво. Так, я сейчас найду там где-то вопрос. Не надо вафельницу. Смотри, вчера полночи про эти мультипекари. Еще сейчас один разыграю обязательно. Но вы не переживайте, я говорю, что вафли это одно из моих коронных там ПП-блюд. Я очень часто разыгрываю вафельницы. Я думаю, что в ближайшее время, конечно, еще буду разыгрывать, раз на них такой спрос. Потому что мне всегда хочется делать вам приятно. Потому что обычно выкладываешь рецепт вафель, говорят, ой, я бы приготовила, только вафельницы нет. Вот. Для чего нужно пить протеин? Протеин нужен в тех случаях, если вы не доедаете в рационе белок. То есть, если вы, например, у вас нет там возможности кушать курицу, рыбку, яйца, творог и так далее, да, все, что содержит белок, ну, не успеваете вы там, да, там где-то перекусили углеводы. Вот чтобы процент белка у вас в организме был, для этого нужен протеин. Самый такой, так скажем, экспресс еда. Но если вы прекрасно питаетесь, да, сами по себе, и у вас рацион сбалансированный по КБЖУ, вы там прекрасно едите крупы, и у вас там с собой, может быть, тусочки с мясом, или там в столовой вы все это едите, то есть у вас все очень сбалансировано, то, в принципе, протеин не нужен. Я просто физически не успеваю. Я очень стараюсь себе добрать что-нибудь с собой, но просто иногда физически не успеваешь приготовить. И, конечно, вот такой вот протеиновый коктейльчик или протбатончик, конечно, он спасает. Но прям обязаловки какой-то в этом нет. Еще я очень люблю пить казеин на ночь. Особенно вот когда я сильно худела на свои вот эти 20 килограммов. Очень много, большой вес надо было скидывать. У меня не было возможности особо ходить там в зал. Были маленькие двое ребятишек грудных, да, с собой на руках. Да. Они всегда были дома, и, конечно, не могла вырваться на какие-то там тренировки. И я выпивала на ночь казеиновый коктейль, потому что это такой долго усвояемый белок. Ты на ночь выпиваешь, не чувствуешь голода, он долго усваивается, ты всю ночь как бы не просыпаешься от того, что ты хочешь там напасть на холодильник. Такая хорошая вещь. То есть вот с тех пор вот у меня казеин полюбился. И сейчас я его добавляю в выпечку, частично заменяю муку. Он очень прекрасно там себя чувствует. Таким образом, выпечка приобретает больше процент белка в своем содержании, что как бы для нас хорошо. Вот для этого, собственно, в принципе, протеин и нужен. Какой именно? Ну, можно выбирать либо изолят, либо гидролизат, это еще более очищенный белок, ну, либо вот казеин. Ну, я вот за эти, потому что изолят, он такой быстро усвояемый, ты вот после тренировочки изолята выпил, белком мышцы свои пополнил и пошел там дальше кушать. Но это не отменяет нормальную еду. На одних протеинах, конечно, жить нельзя. Я категорически против, я все-таки больше за натуральную еду. Но в случае, если там где-то как-то перекусить, вообще не вопрос. Это, конечно, лучше выпить протеина, чем совсем ничего не съесть. Черноземье, привет! Ленинск Кузнец ждет. Все, будем сейчас еще одну. Разыграем вафельницу, да. У вас дождик. Сейчас уже нету дождика, но так он. Пасмурно, конечно. Вчера вообще снег был, вы что тут горами. Прям так вот, сугробами, наверное, уже там не видно. Какой тушь я пользуюсь? Тушь у меня Сифора. Я недавно писала пост, у меня был видео, как я крашусь. Вот прям заходите, смотрите. Либо Игнатинское видео, либо вот Игнатинское бьюти можете набрать. Либо просто полистайте в ленте, я прям целое видео выкладывала вообще про свой мейк. Как я его делаю, что там использую, все-все-все там подробно. Бургеры кушаю, только ппшные свои. Для чего глутамин? Ой, это такой подробный пост. Вот все, кто на бешеной сушке участвовали, я об этом прям целое видео записывала. Сейчас просто не буду тратить свое время. Все-таки тема стрима в том, что мы сейчас разыграем вторую вафельницу. Вот. Соусы для салатов, столько салатиков можно будет делать. Да, и соусы для салатов. У меня был такой пост, правда, очень-очень давно. Соусы для салатов, маринады там для курочек или шашлычков обязательно сделаю. Просто мы пока не выезжаем пока за, ну, как скажем, на дачу, но вот из-за погоды. Сейчас чуть потеплее будет, конечно, будем ездить. Вы спонсор Бузовой. Да, в одном из гивэвэев, да, я участвую, это так. Можно есть вечером крупы, да, почему нет? Конечно, белок, в принципе, не усваивается без углеводов. Но, опять же, все зависит от способа приготовления, от количества и вашего общего рациона в течение дня.
От протеина не поправишься, смотря от какого. Вот от изолята нет, от казеина тоже нет. Но если вы его будете делать на жирном молочке, тогда, конечно, можно будет поправиться. Но если вы его пьете там на водичке, или вот я его делаю на безлактозном молочке, то, конечно, тогда не поправитесь, а наоборот, будете только худеть. Какую омегу пьете? Салгаровская у меня омега. Заказываю на iHerb'е. У меня есть вторая моя страничка. А собака iHerb, нижнее подчеркивание, Вегнетинская. Можете спокойно заходить, смотреть. Я там про многие, про многие вещи рассказываю. Поэтому обязательно, обязательно заходите и смотрите там про все, про омегу в том числе. Гербалайф, протеин пили? Нет, не пила, ничего поэтому сказать не могу. Шугаринг, тебе в помощь за волосиками ухаживать? Какой, где волосики вы у меня увидели? Это парень там, который что-то там, белок мне предлагает, да? У вас, наверное, не очень активная сексуальная жизнь. Так, вы очень вдохновляете, написала ПП, включаю диету, планирую эксперимент ПП, кейк-попсы, чтобы доказать попруге, что ПП это вкусно. Да, у меня тоже были кейк-попсы, их просто делать заморочено, не лучше обычные кексы делать. Вот кто-то тоже на 18 килограммов. Купил глютамин, скажи, плиз, для чего? Для, в частности, для нервной системы и для мышц. Для роста мышечной массы. И давайте подробно чуть позже напишу. А в эфире и 200 человек нет. Ну, спят люди, что вы хотите. Сегодня будний день. Кто-то очень хочет, наверное, уличить меня в том, что у меня нереальные подписчики. А вы заведите свой аккаунт, пусть у вас будет миллион, выйдите во вторник утром в 7 утра по Москве в эфир, посмотрим, сколько у вас будет человек. Все спят очень, конечно, спят. Просто я обещала вчера вечером провести прямой эфир. Я, честно сказать, я просто уснула. Пока с ребятишками там, я их забрала из садика, пока мы там покушали, пока съездили, вот тоже, между прочим, за вафельницами. И все, я просто вырубилась и положила спать. Вот поэтому будем сегодня. Спорт нужен, спорт не то, что нужен, он необходим. Дайте мне печенье в клеточку, это вафли саматы, вафля, дай мне печенье в клеточку. Все, по-моему, какой-то бред, кто-то, наверное, еще там не ложился спать. Давайте сейчас быстренько разыграем вторую вафельницу. Я съем свой омлет и побегу первую дальше по делам. Тоже. Первую тоже. А? Первую тоже. А, почему? Она слетела, ее нет в подписчиках. К сожалению, мы не нашли первую победительницу, потому что не сохранила ее. Ее нет в подписчиках. Она на меня не подписана. Девочка хитренькая, она то есть вафельницу, то есть она полайкала, а в подписчиках у меня ее нету. Поэтому, конечно, она вафельницу не получает. Значит, опять разыгрываем две. Девчонки, у вас получается две, опять два шанса. Ну, то есть сейчас будем делать все быстро уже. Все, сейчас поехали. Я сейчас на самое начало. На самое начало сейчас поднимусь. Так, сейчас. Волосы в нос. Волосы чешут нос. Так, все, давайте. Поехали. Я сейчас быстро. Вниз. Разыгрываем первую вафельницу. Раз уж первая девочка оказалась не моей подписчицей, будет нечестно, что она у меня выиграет вафельницу. Да, лучше тот, кто на меня, конечно же, подписан. Все. Опа. Регина Фатхулина. Вот, палец ставлю. Попробую сейчас сделать скрин, чтобы, мне кажется, сейчас... Опа. Регина Фатхулина попала. Опа. Вот, кстати, девочка. Не слетел палец в этот раз. Вот, поздравляю. Вафельница полетит к вам. Все, делаю скрин. И еще одна сейчас девочка у меня. Вот, скрин я сохранила. И сейчас еще... еще одну победительницу выберем. Ну, кто не выиграет, не шибко как бы расстраивайтесь, потому что, ну, буду разыгрывать еще кучу вафельниц, я вас уверяю, надо просто верить в победу, быть позитивным, и обязательно все-все сбудется. Давайте повыше поднимемся. Повыше, повыше, повыше. Опа! Окапия СС. Очень много вот смайликов. Ай, как бы сделать скрин так. Вот мы. Вот, все, скрин я сделала, поздравляю. А сейчас попробую зайти, палец не убираю. Опа.
Так, все. Сейчас проверю, на подписаны ли девочки на меня. Кстати, в ответ, да. Да, все. Девочка на меня подписана. Поздравляю. Вафельница тоже едет к вам. А также пишите мне в директ. Обязательно-обязательно вышлю. Не скажу, что сегодня, но в ближайшие дни обязательно. Вот. Передайте привет ребенку Бай Сане. Не знаю, как ударение ставится. Привет, Бай Сане. Вот, мои дорогие. Какой тушью пользуетесь, я уже сказала. Лохотрон, не лохотрон. Кто там что-то про лохотрон пишет? А в чем лохотрон, простите? Мультипекарь вот сейчас я разыгрывала, да. Сколько времени у меня сейчас? Что кушают детки? Не совсем понимаю. Гиф от Бузова выиграет реально? Ну, да, точно так же реально. А вы думаете, что блогеры не скидываются деньгами? Мы также скидываемся деньгами на подарки. И, конечно, это все реально. Я и вафельницы пошла вчера за свои деньги покупала. Когда денежку на бонус разыгрываю, все-все-все подарки, конечно, это реально. А почему вы думаете, что это все нереально? Конечно, реально. Только шансов, конечно, ну, не так много, но и выигрывают же девчонки, почему-то нет. Кто-то там радуется, чему-то радуется. Ладно, мои дорогие, что-то как-то, наверное, кто-то еще не проснулся. А кто-то, наверное, еще спать ложится. Да, людей, конечно, немного. Вот, поэтому вафельница Супра называется. Я вчера показывала в сторис. Супра 3 в одном. Или Редмонд. Они, в принципе, одинаковые по функциям. Но Супра просто, ну, так скажем, менее дорогая. Потому что Редмонд более такой, я думаю, раскрученный бренд. Поэтому, по сути, можете любую покупать, они классные. Да вы не переживайте, я вот прям решила тут замутить в ближайшее время именной giveaway, и я думаю, мы разыграем что-нибудь типа вафельницы и много-много-много, чтобы шансов было у всех. Ответь хоть кто-то, впервые тебя вижу. Не буду я отвечать, если надо, зайдете и посмотрите. Все, омлетик мой посмотреть хотите? Сейчас вам покажу свой омлетик. Вот такой я буду сейчас омлетик кушать. И у меня тут вот чаечек такой вкусный. Так что мне приятного аппетита. Вам всем хорошего дня. Поздравляю победителей. Скрины все в историях выложу. Заходите, смотрите мой новый тортик. Рецепт скоро выложу. Всех с наступающими праздниками. Всем-всем хорошо завтра отпраздновать столь великий день.